Доброго ранку всім! Сьогодні у нас нестандартні танці на світанку. Якщо раніше ми знімали людей на вулиці, то сьогодні ми завітали до справжніх професіоналів. Їх було поділено на дві команди – жіночу та чоловічу, але спочатку ми зайдемо до хлопців. Мы любители экспериментов, мы уже неоднократно экспериментировали на улице, пытались научить за 5 минут научить танцевать сальсу, бачату. Сегодня у нас тоже эксперимент, за 1,5 часа сделать целую постановку, целый танец. Единственная разница, мы на улице брали людей, которые ничего не понимают в сальсе, бачате, а сегодня мы пригласили танцоров, которые хотя бы от 3 месяцев и больше занимаются. И сейчас у нас уже шикарные результаты, можно посмотреть, как продвигаются у девочек, у мальчиков. Вот за моей спиной парни просто показывают, при том, что ну, видно, что они практически не умеют танцевать, под руководством хорошего хореографа. И учитывая, что танцы у нас действительно несложные, вот целая постановка, здорово сегодня выступят, порадуют девчонок. Ну, а девчонки порадуют парней. Делаем это впервые, такой опыт, и я до конца не знала, получится, не получится, много информации, нормально ли схватят, не схватят. То есть это был для меня тоже как бы такой опыт, да, и такой знак вопроса, получится или нет. На самом деле у нас все получилось. Вечером будут очень классные эмоции, вообще мне трудно об этом говорить. Я очень субъективен, потому что я очень люблю танцевать. Вот. Поэтому любые танцы, любые мероприятия – это для меня супер что-то. Поэтому на тренировки мне нравятся, я всегда получаю огромное удовольствие на тренировках. И на вечеринках тем более. Поэтому я думал, это будет классная вечеринка. Получайте удовольствие, танцуйте, отдыхайте душой, отдыхайте вместе с нами.